несколько дней наступит Новый год. Волнующий всех модниц Баку вопрос, какого цвета одежда будет актуальна в новом 2014 году. В Баку очень много брендовых бутиков, поэтому у ее жителей разнообразный выбор одежды. Для того, чтобы определить, какой цвет в одежде будет считаться модным в 2014 году, мы обратились к отечественному модельеру, владельце бутика Fashion Mystery Гюнель Бехпутовой. В 2014 году, я думаю, так как год лошади, больше будет актуальны коричневые, бордовые, бежевые оттенки. В этом году актуальны яркие цвета. Сейчас модно смешивать все тона, эклектика называется. Согласно докладу всемирно известной организации в области цвета Pantone, будущий новый 2014 год пройдет под лозунгом «цветового равновесия». Мягкие постельные цвета будут сочетаться с яркими красками. 10 модных цветов наступающего года по версии Pantone – это приглушенно-синий, сиренево-лавандовый, постельно-светло-зеленый, песочный, нежно-серый, кораллово-красный, глубокий янтарно-желтый, интенсивный оранжевый, лилово-фиолетовый, насыщенный лазурно-синий. В вопросе мы постарались узнать, какие изменения планирует внести в цветовую гамму своего гардероба модница нашей столицы в новом году. Читаю пастельные цвета. Это розовый, голубой, бежевый. Будет актуален очень фиолетовый цвет. Да, сейчас в моде будут очень яркие цвета. То есть это не черный, не серый, это наоборот фиолетовый, ярко-малиновый, ядовито-кирпичный цвет. Актуальным будет лиловый цвет и терракотовый, я так считаю. Кирпичный, малиновый. И такой желтовато разбеленный желтый. Первана Рагимова, Вишал Видадиоглу, Эльмин Лачинов, Азертач.